Управление Росреестра Московской области сотрудничает с многофункциональными центрами с мая 2013 года. За это время открылись 68 МФЦ. К концу года процент передачи дел планируют увеличить до 50%, а за следующие два года довести до 90%. Это наша основная задача нашего сотрудничества – передать прием всех документов, которые сегодня принимает Росреестр, 100% передать на оказание данной услуги в МФЦ. Директор Одинцовского многофункционального центра Павел Кондратский показал представителям Росреестра, как организована работа на местах. Условия, которые здесь созданы, на мой взгляд, близки к идеальным. Удобная система организации очереди, экономится время на сканирование документов, которое осуществляется, пока гражданин ожидает, квалифицированный персонал. Обучению персонала уделяется особое внимание. Смены длятся по 12 часов. При этом одним из основных качеств, которыми должны обладать сотрудники МФЦ, является выдержка и доброжелательность. Конфликтных ситуаций на данный момент не возникает. Большинство заявителей довольны, оставляют положительные отзывы, рады, удивляются. Все хотят узнать побольше информации. Один из основных критериев оценки эффективности работы МФЦ – отзывы его посетителей. Скажу, что быстро достаточно все происходит, нареканий нет. По времени полтора часа, но это нормально, да, по сравнению с тем, что было. Предполагается, что вскоре ряд МФЦ должен начать работать по межмуниципальному принципу, что обеспечит удобство для граждан, проживающих в соседних районах.